Давайте я покрашу машинку в свой любимый оранжевый цвет. Все. Так, я сцепление хочу дополнительно сделать. Сцепление с дорогой. Ну все, поехали. Поехали. Все, идеальный старт. Сцепление с дорогой улучшено. Кто-то на багги решил поехать. Ага, ага, аккуратно. Да, чувак на багги быстр, конечно. Багги — это классная машинка. Ну и у меня тоже замечательная. Первое место. Дальше. Опа, идеальный старт. Вырываемся. Так, ждем, ждем. Тихо. Забираем. Магнитик — вообще классная тема. Помогает мне. Также монетки мне дают ускорение. Вот, пошло, пошло, ребята. Стали выигрывать. Замечательно. Ну что, у нас открывается гонка «Первый снег». Поехали. Первый снег, я здесь, как бы, моя стихия. Зима. Здесь я должен выиграть по-любому. Так, на мотороллере, чувак, я не знаю. Ну да, быстрый он. Быстрый, но мы быстрее. Мы быстрее. Во. Тянем, тянем, тянем. Так, у нас первые погибшие. И этот чувак, смотри, спешит. А мы не дадим ему выиграть. Нет. Первое место. Так, здесь. Здесь уже немножко надо повнимательнее ехать. О! Есть. Взяли. Взяли то, что надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, аккуратно. Так, это перепрыгиваем, канитель. Смотри. Чувак, ты что творишь, а? Спешит, спешит, спешит. Нельзя, чтоб ты выиграл. Есть. Мы победили. Что, поехали в третий сезон. А здесь вот как раз спешить нельзя. Вот, аккуратненько, и что-то уже разбился. Вот, видишь, они тут все практически разбились. Бедолаги. Один там чувак только остался живой. Потому что я знаю эту гонку, я играл с Мэкки в свое время очень-очень часто. Именно на заснеженной этой трассе. А почему-то больше нет ни Мэкки, ни каких-то там супергероев. Первое место. Так, магнитная цепь. Офигеть, три этапа. Поехали. Здесь надо быть аккуратным, потому что магниты вот эти вот, которые примагничивают, они достаточно таки опасные. Так, опа, чуть на бошку мне не стукнулся этот самый коробка. Ё-моё, а у меня топливо кончилось, что делать? Да. Мне не нравится, что тут вот эти вот штуки могут мне на голову упасть. Коробки. И частенько они падают. Опа! Так. Слушай. А где? Я не понял. Я не понял, где фляжки с бензином. Странно. Очень странно, ребята. Куда они все эти фляжки спрятали? Вот, тут фляжка, видно, что на месте. А-а-а! Кто поставил там эту траншею? Да, какая жалость. Так, на своем драндулете я поехал. Поедем.
А, кстати, да-да-да-да-да, надо убирать этот самый, свою, ну, другую поставить, гаджет, потому что этот сжирает вообще неимоверно бензин. Так, сколько тогда метров, 800 метров, у меня будет какой-то бонус. Угу, денежный, скорее всего. А я здесь не ездил, когда у меня магнит. А, я здесь ездил, когда у меня не было магнита. Сейчас у меня магнитик. Поэтому, может быть, в чем-то где-то проще будет. И я, может быть, даже проеду эту трассу. Так, здесь нам... А, я до сюда только на тракторе доезжаю. Офигеть. Какой у меня трактор непрокачанный получается. Так, закончилось топливо. Закончилось топливо. Купите топливо. Ого, вот и не доехали мы, да, из-за этого гаджета, надо гаджет менять, да, конечно. Ну что ж, поехали, поменял я гаджеты, и теперь мы должны проехать подальше, чем обычно. А может быть, даже, возможно, мы побьем рекорд. Итого у нас 5500 мы начинаем, с 5500, посмотрим, сколько мы еще заработаем. Вот эти вот двойные монетки все соберем. Насколько у нас получится. Благо, что у нас есть магнитик. Тут. Магнитик. О, давай. Едем. Плюс монетки нам тоже гаджет стоит. Дает небольшое усиление. Ускорение дает. Усиление, говорю. Ускорение дает. Так, здесь мы думаем, мы проедем. Отлично, да-да-да-да-да. Тачка-то у меня вообще вот эта самая больше всего прокачанная. Опа, а здесь у нас так не получится нахрапом взять. Надо будет ускориться здесь. О, кто придумал вот эти трассы? Кстати, вот я бы разработчикам предложил бы, знаешь, что сделать? Добавить новых трасс. Новеньких, почему бы и нет? Новые трассы. Новые машинки. Добавил бы 5 новых машинок и 5 новых трасс. Да, как минимум. Как минимум. Так, что у нас здесь получается? Уже 5, уже почти что 6 тысяч монет. Нифига себе. 4000 начинали, да? Так, что у нас здесь? А, давай. А, нет, мне на машинке еще 1200 ехать. Так что здесь все будет в пределах допустимого. Ох ты, как ускоряемся, что ж машину переворачивает. Оп. Так, а здесь пузо будет, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, башкой, да как так? Ну смотри, как специально вот эта вот турбина на меня прям летела, и все. Вообще обидно. Давай в лес поедем. Все, можно ехать. Поехали тогда. Тогда поехали. Это у нас, получается, горная местность. Вот этого мы разгоняемся. Вот это скорость. Аккуратно. Это, подожди, а это горная местность? А, нет, это лесческая. Или это лес. Мне кажется, я играл здесь, проезжал, нет? Ну да. Как бы я здесь ездил, меня еще ударило поленом по голове. Ну ладно. Так, 6500 монет у нас, да? Сейчас посмотрим, сколько будет к концу поездки. Много монет мы соберем или нет? Ох, чуть-чуть не хватило доехать. Так, ускоряемся и едем.
Так, бензинчик. Я знаю, что он где-то здесь находится. Так, монетки. Опа, очки. А здесь аккуратно надо тоже. О, нифига. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Нет. Смотри, я чуть головой не стукнулся, только шапка слетела. Это мне повезло, что просто слетела шапочка. Никс. О, тоже почти за 7000 монет у нас. Ну, тоже мало. И так вот ездить, чисто монетки собирать, вот очень долго будет продолжаться. О, давай, 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 ускоряемся. Здесь нужно аккуратно. Ух ты! Ну, давай, 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 давай. Ё-моё! Разбился. Да как так? Лес, да? Лес я не хочу. А почему бы нам ржавый риф не поехать на ржавом рифе на этой машинке? Всё, поехали. И мы получаем звезды. Здесь тоже нужно аккуратно ехать, чтобы башкой не стукнуться. То можно стукнуться в легкую. Что и следовало доказать. Поехали еще раз. Теперь будем очень-очень-очень аккуратненько. Здесь разогнаться можно очень быстро. Но и стукнуться. Поэтому. Вот видишь, что происходит здесь. Когда разгоняешься очень быстро. Ржавый риф. Так, едем. Давай, давай, давай. Ух ты! А что это такое? А что это мне тяжело так проехать? Нормально. Ой-о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 й
трактор? Трактор стоял, что ли? А я тут на тракторе катался разве? Не могу сказать, не помню. Так, бензина вроде бы много. О, давай. Еще немножечко. Нифига, здесь какой желоб большой. Большущий желоб. Так, бензин заканчивался, чуть не доехал. Давай, еще немножко. Ну, как тяжело. Вот это ржавый риф. Слушай. Ну, еще немножко. Ну. Нет, не могу. Так, давайте вниз спустимся аккуратненько. И здесь начнем ускоряться. Получится ли? Нифига не разбились даже. Даже просто-напросто разбились. Поедем на автобусе. Ржавый риф. О, мне еще можно на багги здесь проехать будет. Да как так? Как я так снес себе? То есть у канитель. А, ну вот, видишь, разбился. Давай повтор сделаем. На автобусе. Так, а что у нас тут по деталям? Что бы сюда поставить такое? Ну, видишь, и особо-то нечего поставить этот риф. Ну да. А, это что такое? Ускоритель мощности на подобранной топливе канистре. Ага. Ладно. Так, получить. Так, это у нас еще это металлолом. Так, ну все, поехали. Поехали. Аккуратненько будем. Не спеша. Тихо. Вот здесь надо еще медленнее. О! Да ё-моё! Нет, не снес. Едем вроде бы на автобусе. Так, отлично. Так, поднимаемся еще немножко. Давай. Отлично. Так, здесь не спешим. Поспешишь, друзей наспешишь.
Опа, отлично, мы здесь проехали. Мы здесь больше дальше мы и не ехали, смотри. А здесь надо что-то, какое-то ускорение. Здесь прям подняться надо будет. Оп. Давай, автобус. Отлично. Вот так потихоньку мы едем, и уже 9000 монет. И уже 9000. О, давай, еще немножко. О. Так, теперь спуск будет небольшой такой крутой. Опа. Кто-то вылетел уже, смотри. О, вообще еду на кракозябре. На кракозябре. Давай, вонючий случай. Разбились.